алмазы. Но не в далекой Якутии, на золотых приисках, а в Полтаве. Здесь освоен выпуск синтетических алмазов для изготовления сверхпрочного шлифовального инструмента. На предприятии обрабатывают и природные алмазы. Лазерная установка «Караван» дает возможность в 15 раз ускорить процесс сверления. Широко применяя прогрессивные методы труда, коллектив этого молодого завода досрочно завершил свою пятилетку и в десятки раз увеличил объем выпускаемой продукции. Полтавский алмазный инструмент, внедренный в промышленность, уже дал стране 215 миллионов рублей экономии.